Короткое видео на тему детей. Ребятушки, привет. Сейчас мудрые существа приходят в этот мир порой. Новое поколение людей мудрее нашего поколения. Пример. Посмотрите фильм российский «Лед 2». Вот эта вот маленькая девочка, актриса. Допустим, что ей 9 лет, и в свои 9 лет она уже снялась в 70 фильмах. Посмотрите какое-нибудь интервью, любое, с этой 9-летней девочкой, и вы убедитесь, что ее речь более развита, чем речь большинства взрослых людей. Речь напрямую связана с мозгом, с мышлением, с умом. То есть, что я хочу сказать? Порой 5-летний ребенок может быть не только мудрее, но гораздо мудрее 105-летнего старца. Просто имейте это в виду. И относитесь хорошо к детям. Саманера Сумана. Тхирагатха. 6.10. Когда мне было 7 лет, и я только-только оставил мирскую жизнь, победив своими силами великого могучего змея, я добыл для наставника воду из великого озера Анотатта. И учитель, увидев меня, и сказал: «Посмотри, Сарипутта, на этого мальчика, что идет сюда и несет чашу воды, невозмутимый. Его практика воодушевляет, его манеры восхищают. Это ученик Анурудхи, зрелый в своих силах, безупречно воспитанный безупречным, хорошо воспитан хорошим, обучен Анурудхой, воспитан тем, чья цель достигнута. Он, обретя наивысший покой, познавший непоколебимое, Саманера Сумана, желает лишь одного: пусть никто обо мне не знает». Анататта — мифическое озеро, находящееся где-то в Гималаях, славящееся за чистоту своих прохладных вод. Сумана использовал свои психические силы, чтобы раздобыть оттуда воды.